Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на ЗАП ТВ. Спонсор выпуска Летик Косметик. Продли лето вместе с Летик. Ежегодно, 10 ноября, в России отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. В четверг ожидается снег, ветер восточный 2 метра в секунду. Ночью температура от минус 11 до минус 13 и от минус 2 до 0 градусов днем. На сегодня это все. До новых встреч в эфире!